Я вас всех приветствую на своем канале. Заехал вот на такое поле. Недалеко от дороги. Здесь у нас кирпичики наблюдаются, обломки. Вот сейчас посмотрим, что тут можно найти. Тут рядом деревушка была, продана 26-го года. И она у нас была вон на том бугре. Она не паханая, трава по колено. А здесь, я так думаю, край деревни был распаханный сейчас. Поле убрали, разборонили. И сейчас попробую, похожу. Что-нибудь да будет. Вот, судя по всему, сковородка уже есть, алюминиевая, без ручки, вся покоцанная дисками от сельхозтехники. Путевых сигналов пока нет, будем искать дальше. Вот какая-то монетка попалась. 5 копеек 53-го. Ой! Комары в нос аж лезут. Да, заросшая, убитенькая. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Вот еще одна двушечка. Тоже СССР. Год не видно. Грязью забито все. Ну, явно не 27-й. Поэтому чего ее шкрябать? Не раритет. Вот такое поле. К сожалению, ранних советов тут нет. Все СССР похожи. Надо же. Видимо, нащупал где дворик или еще что-то. Одна за одной выстреливают. Еще двушка. 56-го. Загнутая. Вот это ничего еще состояние. Горит. Покручусь, может, что. Сопутка какая-нибудь попадется. В таких местах в основном на сопутку вся надежда. Вот еще что-то блеснуло здесь, еще какой-то советик. Ага, вот он, еще 2 копейки. Опять СССР. Десятый год. Сейчас еще полчасика. Туда дойду до поворота. И домой. Вот потихоньку шел-шел. Еще одна монетка попалась. О, да это у нас еще даже Николай II нарисовался. Среди таких поздних советов-то. Копейка. Почти гладкая. Не пойму, какой год. Не видно. Затертая уже. Ладно. Будем еще ходить. На этот раз у меня выпал пятнарик. Какого же года-то?
Тоже ничего, что-то на нем. А, вот, 53-й, кажется. 53-й год. Ну да, в хорошем состоянии. Можно так сказать. Отмоется. Ну что, вот удалось мне найти сегодня 6 монет. Одна Николашка. Эти все СССР. И вот всякой меди. Застежка какая-то. Крючок. Сапутки никакой интересной нет. Хотя вчера мы вон там, за этой березой поле, ходили с напарником. Попалась ему сапуточка. 300 лет дома Романовых медалька. И монеток набрал я где-то с десяток. Тоже все СССРовские. Так что вот такой сегодня у меня выезд. Погода пока шепчет у нас, можно ездить. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч.